Ночь прошла тихо, спокойно, без проблем. Стоянка 50 рублей. Ночевка. Охраняемая стоянка. Охрана ходит там в форме. Про буфет, про кухню ничего определенного сказать не могу, потому что потому что обошел себя то, что было со мной. Тут и автозаправка рядом, называется место Автоланч. Трасса Р-254, направление в сторону Кургана. Сейчас лето, обрабатываю видео, это было зимой. Катастрофически не хватает времени для обработки. Напомню, что это трасса Иртыш, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Р-254. Ну, полотно дороги вполне. Пока двигаемся в сторону. Приемлемое, хорошее. С правой стороны Кушма. Ну вот предыдущая серия закончилась ночной поездкой по этой трассе. Ну вот такая примерно дорога была и в темное время. Движение средней интенсивности. Щучьи давно проехали. Щучье запомнилось тем, что оформлял вот несчастный случай на трассе, когда полено влетело в бампер. Как видно было.
Уже не помню, что это было там. Да, жуткая история, конечно. Слева и справа озера безымянные. Округлые формы. Ну а так все остальное пусто, привязаться не к чему. Трасса Р-254. Впереди курган. Ну, временами лесополоса на трассе попадает то слева, то справа. В данном случае с левой стороны, а справа пустырь, пустыш, поля. С правой стороны поселок Островное, село, наверное, так будет правильно. Ну, достаточно много площадей заболоченных, болотистое место.
далеко впереди справа Мишкино. Наверное, тоже село. Но видно улицы. Улица рабоче-крестьянская, так называется. Ну, ближе к месту, наверное, уточню. Это белка пищит, кряхтит. Заправка, что ли, не понял. По правде говоря, не понял, зачем заехали. Так, ладно, поехали дальше. Какая-то белёсая погода, блин. Ну вот, с правой стороны проехали практически Мишкино. Полотно дороги хорошее, временами разметки нет, но это, наверное, уже к лету, когда снег сойдет и разметку обновят. Разметки никакой. Далеко справа село Восход. С левой стороны такая редкая леса полоса. Вот интересно, опять-таки, вот эти вот округлые озера. Мне дали ссылку посмотреть вот касательно геометрии этих озер. Никак руки не доходят.
Ну, движение, интенсивность слабенькая, не очень. Редко попадаются встречные. И почти никто не обогнал. Трасса Р-254, называется Иртыш, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск. С правой стороны вдоль, параллельно трассе идет железная дорога. Ну, расстояние примерно до километра. Привязаться совершенно не к чему больше. Ну, далеко впереди, километров через 10, наверное, Юргамыш. С правой стороны будет. Эфир молчит. Те, кто ехал ночью, на привалы остановились, возможно. Но когда нет пробок, когда движение свободное, эфир слабо заполнен разговорами
Вот в пробках, ох, чего там только не услышишь. В маршруте Москва-Крым под Ростовом была пробочка 5,5 часов. Вот размещаю это видео и, естественно, эти 5,5 часов я не буду полностью показывать. Достаточно будет первого файла, как уехал в пробку, и время, когда выехал из этой пробки. Вот там можно будет подсчитать. На втором аккаунте, естественно, я полностью пущу это видео с 5-часовым стоянием в пробке. Все разговоры без купюр. Вот. Но все геополитики, все профессионалы знают, как обустроить, как наладить. Интересно послушать наш народ. Равномерное, спокойное, уравновешенное движение. Ну, обгоняю исключительно с одной целью, чтобы по-прежнему с правой стороны снимать перспективу. Железная дорога то приближается, то отдаляется. Станция Зырянка с правой стороны. В начале видео там короткие такие фрагменты
В салоне автомобиля какой бардак. Вот полотно дороги относительно недавно сделали. Два-три года тому назад тут вообще была ситуация кошмарная. Дорога была разбита, колдобины, ямы. Ну, максимальная скорость была в среднем 55, наверное, 60 километров. Ну, про инфраструктуру, что тут говорить? Она не пересыщена, как, например, в Центральном федеральном округе. Просто это нужно иметь в виду от Челябинска до Кургана. Заправки есть, но они не очень близко друг от друга. Поэтому ехать, если полупустой бак, то могут быть неприятности. С правой стороны деревенька Сычева. С левой стороны большой лесной массив, большой очень. Еще дальше за Сычевкой, прямо по ходу, Логоушка. И с левой стороны болото закоптелое, почти вплотную к дороге. Ну, ее сейчас не видно будет, потому что снег. А может, и видно. Впереди мобильный пост ОБС. Ограничение 70. Трасса Р-254, Иртыш, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск. С левой стороны впереди село Введенское. Будут два поворота левых к этому селу. А с правой стороны станция Введенская. Напомню, что с правой стороны проходит железная дорога.
так вот. Было время, когда бензин стоил, что и солярка, по 33 рубля, 32. Да, так он проснулся. Замануха. Это заехали на заправку. Заправились немножко. Ну, можно оценить территорию. Асфальт. Перчатки в подарок. Положение определено. Хорошее место. Стоянка хорошая такая, где вся чистенькая, асфальтированная или в бетоне. И кафе само по себе симпатичное. Вообще смеюсь. Зашел первый раз, когда только открыл дверь, чтобы войти. Направляйтесь на юго-восток. Таким свирепым взглядом встретила она всех встречающих, входящих. Вот так это, вот таким взглядом встречает. Ну, понятно, воет на улицах, ходят тут, топчут. Да, вспомнила момент. Так что я зашел первый раз, взглянул на нее, еще не успел войти. Она таким взглядом встретила, и я закрыл дверь, вытер ноги и вышел на улицу. Да. А второй раз уже, ну... Да, помню. Напомнила какой-то фильм, когда уборщица ходит, моет полы, протирает и бурчит. Ходят тут, ходят, топчут. Вот один к одному. Понятно, работа больше такая. Да, вспомнил этот момент. Ну, впереди справа город Курган. Справа будет город Курган, впереди заезжать в город не буду, не будем.
кургане ни разу не был. Проезжал несметное количество раз, а в город ни разу не заезжал. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Круговое движение. Впереди, если уйти направо, то попадем в город Курган. Ну, второй съезд, и мы двигаемся. Так, круговое движение, левый поворот, это в Екатеринбург, Шадринск. Екатеринбург-Шадринск, правый поворот, это в город Курган. На объездной Кургана очень красивое место. Это лесопосадки. Летом очень красиво здесь. Напомню, что с правой стороны Кургана каждый поворот отеля, стоянка ведет. Тут этого достаточно вблизи Кургана, на объездной Кургана. Впереди слева поселок Большое Чаусово. Ну, дорога проходит вот в такой лесопосадке в зеленом массиве. Солнце справа сверху. Так, этот маршрут у нас пойдет через Тюмень. Кажется. Да, через Тюмень. Это на Тюмень. Откровенно говоря, не помню этот маршрут, как ехали через Гордюжье или через Тюмень.
по-моему, через Тюмень. Ну, не доезжая до Тюмени, ушли направо. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. По-моему, Ялуторовск или Ялуторовск и Заводоуковск, вот через эти города пойдет наш. Летом невероятно красиво здесь. Дорога ровненькая, гладкая. Гораздо лучше, чем ехать через... через Бердюжье. Просто для разнообразия поехали по этому варианту. Я не помню, Москва, Кемерово, мы ехали через Ишим. Да, через Ишим ехали. Там было и Бердюжье, по-моему. А сейчас немножко другой вариант. То есть Москва, Кемерово, через Бердюжье, Ишим. Здесь, в сторону Тюмени, Заводоуковск, Ялуторовск, эти города. Ну, здесь дорога, вот этот вариант мне больше нравится. Не доезжай до Тюмени, справа, уходим походу, вправо. Деревенька Редькино, Редькино. И чуть дальше впереди Рычкова, Ишима, в стороне Кошкина, Иковская и Подеринская. Такие деревеньки. Да, летом тут потрясающе красивый участок. Потрясающе. И дорога тут хорошая. Р-254. На кольце, кстати, разделение. Одна часть. Вернее, две... Р-254 разделилась на два направления. Одна в сторону Бердюжья, вторая в сторону Тюмени. Далеко справа деревня Иковская, поселок, наверное, поселение, и Бузан. Не знаю, как его говорили, но не знаю, как его говорили.
Движение в сторону Тюмени. Но до Тюмени не доедем, наверное, километров 30, может быть 40. Будет дорожный знак, указатель. И мы повернем направо. В сторону Ялуторовска. С левой стороны озера Ачикуль. Стороны деревни Нижняя Тобольная, но много речушек тут таких небольших. С левой стороны Светлый Дол и Полевое. Так, прямо с правой стороны два поселка Корюкино и Белозерская. Далеко с левой стороны поселение Скупино. Сейчас не могу сказать, доедем до поворота направо. Но если в этой серии не получится повернуть направо, то в следующей серии, я уже об этом говорил, не доезжать до Тюмени и так далее. Ничего интересного, к чему бы привязаться, пока не вижу. Далеко впереди, справа, Куликово, деревенька, наверное, или поселок. Я думаю, деревня. Открытая местность. Если ветер, то, конечно, нехило. Открытые. Вот сколько хватает по карте, сейчас смотрю. Ни слева, ни справа. Лесопосадок, рощ.
Я пока не вижу. Ну, правый поворот, это от деревни Полякова, должен быть сейчас. С заправками, кстати, тут напряг. Это навигатор все тащит непонятно куда. Трасса Р-254, направление Тюмени. С правой стороны далеко Речкина, деревня. Слева Боярак. Или Боярак. Но совершенно ничего нет из населенных пунктов на карте. Все голо. Все в снегу, заснеженное, но полотно дороги в хорошем состоянии. Есть небольшая наледь, но основная часть сухая. Но это, наверное, тем и опаснее. Особо не расслабишься. Далеко справа село Памятное. Далеко впереди слева Першина и Тебеняк. Тебеняк. Thank you.
Интенсивность движения совсем слабенькая. Трасса Р-254, впереди заметно лесопосадки, лес и слева, и справа от дороги будет сопровождать, но длительный, на большом расстоянии, но очень красиво, летом особенно, когда едешь. Ну вот, красивое место. Кстати, места очень похожие и в Новосибирской области, такие же участки, и по другой трассе в сторону Омска. Очень похожие пейзажи. Но на Новосибирском тракте, так там дорога пошире, там по две полосы в каждую сторону. Ну вот на карте сейчас показывает бесконечно справа лес, с левой стороны река, метров через 300-400, и тоже леса, лесные массивы. Правый поворот сейчас будет, это стеклозавод и село Боровлянка. Боровлянка. Река Бродовка. Ловкун приехал. Поверните направо. Как вы не такие, что я знаю.
лавку он приехал. Верховный глава команды ищи. Должна быть недалеко заправка. Что-что? Куда идти? На кухню? А что там делать? Ты где был? Ты что мне сказал? Ты что ему сказал? Москва-Красноярск. Москва-Красноярск, правильно. Главнокомандующий приехал. Ну все, на этом я заканчиваю серию, заканчиваю комментировать. Это была 11-я серия. Двигаемся в сторону Тюмени. Ну все, на этом заканчиваю до следующей 12-й серии.